Итак, герой нашего сегодняшнего выпуска – это Алекс Стролл, французский фотограф мадридского происхождения. С раннего возраста Алекс переезжал с места на место – Мадрид, южные побережья Франции, северный Квебек и Ванкувер. Путешествия по этим местам оказали влияние на Алекса и повлияли на его стиль, пробудив живой интерес и любопытство к окружающему миру. Алекс – путешественник, черпающий вдохновение от перемены мест и приключений. Его пейзажи полны тишины и необъятности. Алекс Стролл живет той жизнью, о которой мечтают многие из нас. Он проводит большую часть года, путешествуя по миру, создавая изображения, в которых исследование природы сочетается с тихим созерцанием. Работа Алекса приносит нам моменты размышлений в идиллических местах. Одинокий путник достигает вершины перевала сразу после захода солнца. Начало его спуска освещает фонарик. Как долго длилось его путешествие, и теперь, без сопровождения в темноте, куда ему идти? Один из блестящих талантов Алекса – то, как он использует тщательное планирование, часы подготовки, а иногда и целой команды помощников для создания изображений, которые кажутся прямо противоположными, спонтанными и уединенными. «Экстраординарное – это очень просто», – говорит Алекс. Вы согласны с ним?